Это мастер. Ой! Сосед, мать его. Санек! Ой, что? Здоров. Откуда топаешь? А ты чего тут? Здоров. Макевны не видать? Где? Иди сюда. Зыркни, зыркни. За угол. Ну, чувствуешь, как этот, мать его? Ну, посмотри Макевну. А что там смотреть? Балабанов коров прогнал, а так улица пустая, все. Испугался? Да. Неожиданно. А я смотрю, идет, поет, лыбится. Как у холеры ты лыбишься? Закуривай. Ой, ну чё, не куриваю, я знаю. Ну, потому и предлагаю. Да, папиросы сейчас дорогие. Инфляция. Зять, мать его, привез из города. Куда бегал в такую рань? За хлебом. В 7 утра? Хлебный-то с 9? Не, я посмотрел, вроде 9. Пришел, жду. Никого нету, тихо. Ну, думаю, может, война началась. Сейчас это запросто. Тут Балабанов с коровой. Я смотрю, значит, 7. Саня, старческий Марзам. Марзам. Вот. Или как его? Маразм, а ты? Маразм. Марзам.
Фу. Да нет, я подумал про его правильно. А потом это... А ты какого тут делаешь-то? Засада, мать его. Володька затеялся с гаражом. Кирпич завез. Видел? Давно возит. Гляжу как-то, кирпича все меньше и меньше. Сегодня. Утречка, Макевна. Мешок на горбу, задница выше головы. Сразу сообразил, такую кару на нее наложу. Коля. Придержи ее. Поздоровкайся подлиннее. Хороша. А я с тылу. Да, быстрее. Ты какого тут делаешь? А? Ой, устала, напугала, ну прям все, прям. Устала? Устала? Подоскай-ка. Че это у тебя тут, золото? Ой, считай, что золото. Столько хлопот тебе забодали. С кем хлопот? С кем? С кирпичами. Да. Печка совсем прохудилась? Дым со всех шлей. Надо новую класть. А кирпича лучше поди достань. Достаю порядок. У Звягинцева втягаю помаленьку. Не выдаю. Не выдашь, а. Слышь, Сань, их Володька еще навезет, а мне взять неоткуда. Подень-ка мне взади, а. Подень повыше, ты что засекут. Давай. Давай, Саня. Стоять, мать! Ой, ну что ж ты, мать, в откуда он с неба, что упал? Откуда он из сарая? Ну сейчас шоры будут! А что ты с меня сразу, шоры? Чего ж ты сразу? Ладно, ни хрена себе! Из-за своих кирпичей я должен в коляках ходить! Не орал бы, не зашибло бы, что ты? А голос? Куда пропал голос? Ну так сорвал! Да! Чего ты орать-то? Подошел шепотом! Какую кобылу шепотом? Чего? Уноси все назад! Давай! Куда? Уноси все назад! Ну давай! Отсрамлю на всю округу! Не надо, Корочка, бери его, не надо! Тащи все назад! Да давай! Тащи все назад! Заткнись! Здравствуй, Лид. Слышу, гремишь уже. Здрасте! Гремлю вот! Колька мой не у вас там? Нет. И Саня куда-то подевался. Не на рыбалку собрались? Не знаю. Сказал бы. Ага. Мой скажет. Всю жизнь как партизан бегает. Не говори. С моторчиком Коля-то. Куда подевался? И старость его не берет. Ну, хорошо же. Да чего хорошего-то? Умотал ведь. Хоть бы шею себе где свернул. Отдохнула бы от него. Типун тебе. Да хоть два. Ой, погода, Валь, благодать погода-то. Вот где его черти носят, а? А? Дай ногу-то гляну, ничего не сломал? Ты ломал? Я. Моя работа. Ну ничего. Зашиб маленько, что ты? Пройдет. А голос? И голос пройдет. Молчи только, не напрягай его. Ну как это они у меня таскают кирпичи, а я молчать буду, мать его? Ставь голос. Дай, сию минуту ставь. Как его тебе? Саня, ничего не понимаю. Он говорит, ставь. Ставь! Ну? Сколько ты поставишь, и он тогда вернется сюда. Ну? Че ты? Ну что, как его тебе? Ну я вот сюда 500 граммов волью. Вот сюда. И он вернется на старое место. Я же не первый раз с ним разбираюсь, мать его. Правда, что ли? Ну, что, я тебе должен взяться, ну, что ли? Айда ко мне домой, полечу тебя. Белая. А что, не подойдет? Белая только помогает. Саня, за мной. Ой, а одной-то хватит вам? Это там поглядим. А у меня одна и есть. Чего, больше нет, я одна. С утра не буду. Ну, чё ты? А чё, потом целый день шарах. Ну, чё с одной бутылки-то? Да ты чё, Саня, у меня водочка-то хорошая, со слинкой, ты чё? Айда, я хоть и за кирпичи рассчитаюсь. Саня, пойдем. Айда, Саня, не, чё ты два часа магазин откроется. Айда, выручи ты меня. Всё, договорились, только не шуми. Кирпичи-то забыли, Николай. Дай сюда. Да спасибо, я сама. Да, я тебе помогу. Тихо. Ну, ты еще лепила, шатайся. Ну, Макевна, ты здорова, на тебе только кирпичи таскать. Мать его. Так, стоп. Тихо. Все, стабилизировался? Ну. Давай. Отпускай. Ой, не упади. Куда я не стою? Ой, не упади. Ну, может, мне не надо. Не отставать. Ой, вперед. Вы картошку-то пропололи? Неделю
как пропололи. А у нас стоит паразит. Дождей, что ли, ждет? Дождется, по грязи будем хлюпаться. Зять с дочкой приедут, махом прополите. Так а что, погоду-то упускать? По сырое, но хуже. По сырое не работа, мука. Так вот и именно что. А у вас с кирпичами-то ничего не сделается? А что с ними сделается? Поворуют, не боитесь? Да ну, кому не нужны? Я к чему говорю-то? Сейчас к зиме все печки перекладывают. Мы вон тоже переложили. Так, чтобы не подумали, если что. А, Валя, ты чего? Говорила Кольке, чтобы во двор перетаскал. Как забегал, как запсиховал. Зятю говорит, надо, пусть сам и таскается. Недолюбливает Володьку-то. По каждой мелочи с ним вот это... На черта мне и гараж, чем дача тут-то, что ли. Вот. Хозяйственный зять-то у вас. Да, не говори. Смотри, и дом облицевал, и крышу перекрыл. Молодец. Ревнует. Че он говорит, тут деятельничает. Вот помру, что хотите с домом, то и делайте. Сейчас я хозяин. Хозяин, говорю. Да, ты хозяин. Водку дуть ты хозяин, а не домом заниматься. Другим хоть не мешай. Вот поговори с ним. Ой-ой-ой! Собирай все нафиг! Саня, ты... Все кирпичи бери, я его гараж. Не ори, Коля, что ты взорвался? Не к месту. Хорошо, упоила нас по телу. Хорошо. Там... Господи! Ой! Саня! Куда, Саня, куда Саня, вставай! Меня? Саня, поднимайся! Держись за меня! Упоила, Макеевна! Давай! Кирпичи утаскивай к ядрене в фене, только тайком, чтобы никто не видел. Ночами таскайся. Сам не кричи, что дорожь-то. А не совестно тебе, Коль? Целых две бутылки меня высадили. А все равно сыплю. Сань, и сыплю. Нет, волосы у тебя, Коль, хорошие. Я тебе понимаю. Понимаю. А почему сыплю? Ой. А что стоим? Куда это нас девать? А на завалинку! Пришли. Сестра! Хорошо сидите. Не хулиганьте, смотрите меня. Упоил нас, Макеевна. Хорошо. Все путем. Тихо, смотрите, не проболтайте меня женам, а то где и вам шею намыли. Как говорит, спасибо. А мы ничего плохого. Правда, Коля? Ну? Нам, наоборот, должны эти благодарны должны быть. Ордена дадут. А теперь взятки. Матью гладки. Теперь кол на голове. Гуляем! Успел! Ух ты! Ой! А это? Это я! Батюшки, Саня! Валя! Валентина! Что, засекали нас? Сейчас куфу начнется. Знаешь, что такое куфу? О, Валь, полюбуйся! Глянь, орлы наши под окнами! Ух ты, паразит! Ты с какой радости нахлестал, скажи-ка. Валя, я за хлебом сходил. Каким хлебом времени девяти нет? Валь, вот и сетка. Ты что вообще? Сетка-то пустая, Сань. Паразит деньги взял. Я тебе... Если с пенсии, все. Если с пенсии, прощайся с жизнью. Бесплатно! Чем соль? Мы же благотворительно! Ты-то что заливаешься, Соловей Курский? Лид, бесплатно, правда. Ну? Прибила бы, честное слово! Ты что меня позоришь при людях? Ты что, я сейчас, мать его, я сейчас тебя начну учить родину любить.
Коля, Санька! Мы сейчас начнем наших баб родину любить! Родину он любит! Он совсем спать потерял! Я метелить тебя сейчас буду! Коля! Я не Санька! Коля! Иди сюда! Не надо! Иди сюда! Иди, выкаменивайся! Коль, чего? Лид, не пойму, на какие деньги-то они пили? Не брал? Все вроде проверь свои. Может, на ваши гуляли? У нее найдешь! Запрячет! А сама потом ходит и три дня ищет. А не прятала. Давно по миру голыми ходили бы. У всех мужья, как мужья, Валь. Баламут проклятый. И других за собой тащит. А вот посмотрите на него, на другого. Притих. Чем лучше. Валя, не надо. Да. Да сравните, если, Валь. У тебя Сань не мужик, а... Правильно. Клад сокровенный. Клад. Так вот и именно что. Склад сокровенный. Меньше не скажешь. Ну, вот, иди к своему складу. Фу. Как ты? А я ничего. Вот так клад. Сверкает весь глазам жмурка. Ой, а что, не правда, что ли? И воды натаскает, и двор уберет, и картошка не запущена, и пакость эту не пьянствует. Ни в одном глазу. Нормально. Нормально, по самое горлышко. Вот моего об тебе в один день без штанов оставит. За стопку готов, но я просто не знаю. Родину он учит любить. Ты сам-то и любишь родину-то? Обожаю, Сань. Да. Я за родину. Чего ты приведняешься? Ты в коврах, в хрусталях живешь, другим даже и не снилось. Валюх, ты знаешь, я в застой сколько напахал. Да, конечно, знаю, хорошо живете. Рыбнадзорщиком столько лет. И плохо жить. Да где ты его углядел, хрусталь-то? Валь, ведь он весь его укокошил. Глаза зальет и пошел слон в Европу. Ну, конечно, чуть что не по тебе, ты сразу на него. Крик на всю округу. Ему вот. Же обидно. Мать его. Отстаивает себя, защищается. Правильно. Не кричи и все. Обидно. Валюх. Ну, иди, поживи с ним. Погляжу я, надолго твоего молчания хватит. Ну, если у человека такой характер веселый, чё его укорачивать? Ну? Ой, сидишь себе за пазухой у Сани, как за стеной кремлевской. Тепло тебе, спокойно. От жиру бесишься. Выпил-то раз в год. Да это он у меня, милая, за пазухой. Только что титьку, как дитя, не дерет. А без направленности, без наказа шага ступить не может. Все ему обскажи, все покажи. Ну, разве это мужик без самостоятельности? Хм. Да никакого сравнения с Николаем. Ну вот и бери его себе, черт этого окаянного. Куда а ты мне меня? Сами давай поглядим, кто из нас первый-то взвоет. Не взвоем, не взвоем. Запричитаешь? Ой, верните моего Санечку назад! Заберите своего крученого кобелюку черного! Да лучше с крученым, чем с вареным. Побегаешь вокруг день-другой, вспомнишь Кольку, да поздно будет. Да ты ж сама первая развернешься. Ни черта не развернусь, мне нянькой. Ох, как надоело быть! Очень хорошо! Я хоть от синяков отдохну! А мы с ним заживем! Дружно и весело, да, Николай? Валюха, не слушай эту дуру! У меня привычки нет махаться! Ну, выводит, мать его, выводит! Иной раз заскандалит, забазарит! Ну, просто памятник выведет для себя! Памятник не выдержит! Выведет, выведет, Коля, я же вижу! Ну, это я не нравлюсь, что Лидна, она меня указами замучила, ну, каждую минуту, каждый день указ. Вот пусть и учат друг друга, она его жить, он ее родину любить. Поглядим, что у них получится, поглядим! 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 А я, Лид, все умею. Плотыч, пожалуйста. Ой-ой-ой. Пострад, пожалуйста. Борщ, пожалуйста. Я вообще такой могу забастерить. Вот ты, Николай, можешь? А это не мужское дело. Я в механике только движок починить. Правильно? Лид, ой, Валь. Конечно, борщ он варит. Нашел чем хвалиться. Может, еще рожать научишься? Николай,
А это, между прочим, даже интересно. Мы бы тогда последний козырь у них выбили. А получите вырожденного собственного успеха ведь сами с усами. Кого? Рожать тебе интересно? И бабам полегче. Дурачок. Мать твоя еще и мучится. Не понимаешь в душевности? Так и заткнись. Ох, Сань, молюсь я на тебя. А? Это ж надо за наши страдания так переживать. Один на миллион. Поищи, не найдешь. Нашла? Нашла. Ну и замолитесь хоть до посинения. А чего надо, того и сделаем, не командовай. Ну и делайте. Блин, давай. Эх, Саня, пойдем. Дурость их веселая до добра не доведет. Не пугай, не пугай. А мы нифига не боимся. Ага. Прибежишь за Сашкой. Во его получишь. Пропадите вы пропадом, очень нужно. Пойдем, Николай. Распределяемся по новым территориям, испытаем новое блаженство. Храпишь ты, Николай, ну прямо как военный оркестр. Ухохоталась. Послушалась, ей-богу. Я что, тут спал? Тащила тебя в постель. Ни в какую. Упал замертво и заиграл. Старый стал, мать тебя. А вкусно храпишь. Как? Заразительно очень. Думаю, похрапеть, что ли, с тобой заодно. Че ищешь? Папирос. Куда папиросы делись? Да вот они. На стол выложил, а то он помял. Пойду сенцы подымлю. Да кури в доме. На холоде сидеть, какая радость. Теперь прохладно по ночам. Редко в комнатах не разрешает курить. Гонят на улицу, как собаку. А я тебе и пепелку дам. Для красоты стоит, бездельничает, пригодилась. Сиди, кури спокойно, чё туда-сюда бегать? А я хоть дымка мужского понюхаю. Санька-то куда делся? Здрасте. Там. Ты здесь, а он там. Такая жизнь началась. Мать тё. А я забыл. Так, чего у них там? А я и не суюсь, мне неинтересно. Ладят. Как хотят, так пусть и будет. Так ты теперь. Валюх, так ты жена моя.
слышно, Паш? Значит, что? Значит, чего не слышно? Когда не слышно, тогда раз и все слышно сделается. Сейчас на всем можно. Болит? Голова? Да, ничего. Поспал. А то надо похмелись. У нас брашка есть. Брашка? Угу. Подпали. За картошку от Кольки прячу. Никак, понимаешь, утерпеть не может. Еще не выбрали до конца. Нет, подлюка, гляжу, уже хлещет. Хочешь, схожу тебе, нацежу. С ней мороки, потом опять похмеляться надо. Я лучше чаю выпью, я чай люблю. Ой, да ты сахар-то ложь. Дорогой теперь, зараза стала. Ну так и чего теперь? Пустой пить, что ли? Пей, пей. Как говорится, спасибо. Погоди-ка. Из головы вылетело. Сюрприз тебе сейчас, Сань, будет. Вот. Богатство-то какое. Кури на здоровье. Много. Дорогие они, зараза, теперь. Сколько тут? 20 пачек. Хватит? 20? Угу. Не хватит, Володька, что привезет? Да. Это вот, если их продать, сколько получится? А черт его знает. 10 лет в продавцах отбухала, новые деньги считать не умею. Инфляции постоянно. Ну что ты, Сань, накуривайся. Колька-то в сене курить гоняла. А ты, Саня, можешь курить здесь, на кухне. Только в печку, у нее дым хорошо уходит. Да не, я здесь. В комнате? Посижу. Нет, Сань, я дым не переношу. И так тебе в печку отправляю, разрешила. Иди там кури. Не надо. Да как не надо, Сань? А мне потом задыхаться, всю ночь кашлять? Ты кого-то прям, я не знаю, Сань. Не ожидала тебя. Блин, я же не курю. Я за всю жизнь 2 раза курил. До армии и на свадьбе. Все. Да. Я ведь помнила. Тебя в пример Кольке ставила. Забыла. Сижу, главное, уговариваю. Иди кури, иди кури. Что с ними делать-то? 5 пачек еще осталось. В руки не влезли. Николаю. Это его папиросы. А, фигушки. Продам и никаких завод. Конечно, не куришь же. Молодец, Саша, и не пьяница, и не куряка. Прокидалась твоя Валька. Так ей и надо. Ох, изюм ей достался. И да. А что потом-то? А что потом? Санька, ты хороший петух, а? Плохой? Если ты меня к себе тащила, а? А? Куда тащила? Ну как, на кровать? Ты же сама сказала. В его кровать, не к себе же. Ты что, про меня подумал? Ха, обалдел. У вас что, разные кровати? Давно разные. Я там еще с ледухой. Стукаемся без понтов. Валя, ты думаешь, я шучу? Коля, Коля! Ледухух, работает за двух. А ну, место в одна. Ой, ой, ой. С ума сошу. Вас пора сейчас самая. Какая пора? Со стыда умру. Вы же не беременеете, это же отлично просто. Валюха! Батюшки, в гроб загонишь срамотой своей. Какая срамота-то? Срамота и есть, чего же еще? Валюха, это же жизнь. Это сейчас такая медовуха начинается. Ну что ты? Ну ты что, не понимаешь, не что ли? Ну... Беру платок и уйду. Честное слово, уйду. Ну что ты, Валюх, ну ты прям как маленькая. Ну куда ты пойдешь? Да ходи в баню. Там посижу, пока утихомиришься. Ну, вместе потремся. Ну, все. Куда? Куда? Со стыда назад. Мне тут сгорать. Стоять! Я же шуткую.
Ты что, шуток не понимаешь? Ну, не обижайся, мать его. Услышат, что о нас подумают. А семейная жизнь? Вы ж махнули с нами? Махнулись. О! Ну и чего? Сразу это. Сразу на дыбы. А сколько можно ждать? Кого ждать? Так, все. Снимаем тему. Пока. Угомонился, слава богу. Да. Они это, слышь, и впрямь могут начать. Кого начать? Ну, это. Жить. Ходить вместе. Да и пусть ходят. Спать. Как спать? А что это не спать будут вместе? Интересно. Да так. Ходить вместе, а спать врозь. И спать, наверное. Ну и что теперь делать? Ну это. Сходить. Спросить, как они собираются, то все. Сейчас побежала. Вот говорила, будто ей за кольки крик на всю округу подымаю, будто срамлю его. Говорила. Вот теперь он ей накостыляет, душеньку-то отведет. Не то, что на округу, на всю Россию заблажит. Думаешь, драться начнет? Бить Валентину? Ха! А я что у вас от хорошей жизни периодически скрывалась? Ёлки, сходить, что ли? Ой, господи. Тихо вроде. Глядишь, и вправду с любовью затеются. До сих пор как молодой скачет. Колька? Глаз до глаза нет. Не шебуршаться? Кажись, ходит. Ой. Операцию надо провернуть. Похмелиться у вас есть чем? Нечем, и хватит уж. Так, нет, без поправки мне кранты. Улитки есть брашка, сходи, нальет ковшик. Разругались и нате вам. Нарисовались. Че уж у меня гордости нет. Так, папиросы. Две штуки осталось. Там 25 пачек. Надо добыть. Как? Маневром каким-нибудь. А каким маневром я туда сунусь? А вот подумай. Даже не знаю. Сам беги. Нет, это не пойдет. Если она думает, что у нее чужой мужик, я с ума сойду. Или, может, на колени встану перед ней? За 50 лет не согнула. А теперь все. Ушел автобус. Тихо. Стучат. Кого-то приколачивают. Ковер прибивает, мать его. Ковер? Че это не на ночь глядя? Того. Ой, ну я тебе. Ну что ж ты, зараза, делаешь? С лица упал, гляди-ка. Да пусть прибивает. Че такого-то? Мать его, баба, добирайтесь. Господи, великая беда. Подумаешь, ковер. Но она же прибивает его. Ну? Ну, гну! Она же сейчас с Санькой в койку нырнет. Да ну. Как только разругаемся, она ковры срывает и прячет. Как на мировую. Она опять ковер на стену. И мы это. В койку? Ну. Сейчас клепанут. Вырожденного успехами. Мать его. Ли. Ну ты. Ли. Фу! Ай! Да
закурить. Сама-то дрожишь. С коврами вашими. Знаешь хоть, где она их прячет? У нас и прячет. Утром через огороды сразу к нам и притащила. Ковер! Не один, два. Их два у вас? Ну? Ну, у двери вон стоят. Ух ты! Оба! Наши! А что же она там приколачивает-то? Как у халевы? Ну, откуда я знаю? А, на арапа берут. Ждут, кто первый не выдержит. Ну, Ледуха, молодец, молодец. А у вас третий есть? А? Может, третий ковер есть? Третий? 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 Нет, точно нет. На арапа берут. Так, крышка в подпол. Да, конечно, в подпол, как у вас. Топор! Мстить будем, Валюха, за стуки. За имитацию. Топор, топор. Сумасшедший прямо. Свет у лестницы, сбоку, справа. Мастер, на все руки. Осторожно, с тылу. С огорода посмотрим в кухонное. Если шторки не зайдем, то увидим. Правильно. Хочу полюбоваться на долбака своего, как он от стуков наших бесит. Тихо. Валюха, нет никого, ушли куда-то. А что прибивали? Да ничего не прибивали, провокация. Подай бутыль. А вдруг зайдут? А мы моментом в подпол, ни черта не догадаются. Необъяснимое явление НЛО. Бутыль там, за картошкой. Че это, дверь открыта? Ой! Ой! Как шампаньер шипит! Ой! А ей все не добродило, не добродило. Взорвется скоро. Свет горит. Ой. Куда же они умотали? Будешь? А? Лида, они куда-то умотали. Может, париться пошли? И в бане света нет. Коля, папироса на столе. Две штуки осталось. Бери сколько-нибудь, чтобы не догадались. А кончится? Кончится, на стенки полезет. А где он их теперь найдет, возьмет? Лида, ешь твои 3-4, подпол открыт. Пойдем скорее отсюда, Коля. С какой радостью я им буду оставлять эти папиросы? Давай бутыль. Бутыль под кровать. Сегодня-завтра она им даст, отсалютует. Вот, кинуть-то будет. Там их нету. Небось, у ворот на лавочке сидят. Да не слышишь. Ковры-то где? Вот они, Саш. Бери ковер меня. С какой радостью им оставлять-то? Байкал что-то надрывается. О, Господи. Лида. А? Коля. Папирос-то где? Ковры-то где? Сперли. Мама родная. За вас, на? Испугалась, а? Седые, как пацанё хулиганите! Помоги! Чёрт не пускает! Кого там потерял?
Ни взад, ни вперед. Нарочно меня пугаете? Подожди. Ни туда, ни сюда. Подожди ты. Ой. Там трещало, да черт побери. Да постой ты. Ой. Порвал. Ой, да сильно. Что ли? Ой, на самом помрачительном месте. Ну? Ой, прям глаз не отвести. Ой, да постой ты маленько, полюбуюсь. Не могу. Так, опять кирпичи. Никто не видел. Как с Колей договорилась, так и таскаюсь. Завтра еще возьму и хватит. И сразу плачу ему и от греха подальше. Мне тоже, знаешь, с обманом-то не радостно. Давай, наверное, это назад их. Как назад? Он передумал, что ли? Да нет, Николай здесь ни при чем. Теперь с меня спросит. А что с тебя-то? Ну, ответственным получаюсь. Лапочка кончилась. Давай, назад. Ни черта вам не верну. Забодали. То возьми, то отнеси. А тебе-то какое дело? С какой горки ты вдруг ответственным заделался, интересно знать? Да нет, мы там это, перетасовались. Володька меня спросит, а что я ему скажу? Хранить обязан был? Обязан. Ты чего, сторожить к ним нанялся? Да нет. А? Зять он мне со вчерашнего вечера получается. Кто? Володька? Да. А Николай он тогда кто? И ему взять. Ах, Сань, ни черта не понимаю. Я не понимаю. Куда мне со штанами бежать, не знаю. Да куда? К жене беги, зашьет. Ты чё? Который. Так у тебя чё их? На каждом стуле по фигуре, ага, Сань? 10 штук, ага. Да нет, почему? Две. Одна законная. Ну, Валя. Ну, а другая, которая, как сказать... Любовница. Любовку себе завел, Саня, а? Нет, я с ей не спал. Я на столе. С любовкой-то что? Ой. Любовкой штаны принес. Одновременно тендер-мендер. А мне как-то, понимаешь, тут позорно получается, неловко. Выручишь меня, Макил, зашьешь, а? Ой-ой. А кирпичи я сам могу. Куда? Куда-куда? На место. Ого! Он, главное, кирпичи на место какое-то непонятное ташит. А я бегу задницу на лету латаю. Ты картину так увидал? Ну как, тебе что сначала? Ко мне. Кирпичи-то поддень. Пойди-ка домой. Давай, я сам. Ой, сам, сам. Ну давай, а, сам. А, ты тяжелый. Ты мне толком-то объясни, как у вас так получилось, что зять-то у вас на двоих? Ты понимаешь, Валя с Лидой что-то не поделили. Тогда они нас поделили. Иди ты, выдумщик старый, выдумаешь всяко! Ой, не упади, ты кирпичи разломаешь, я тебе тебя на! Здравствуй, Николай Гаврилович. Здравствуй, хвастай, соседка. Чего разоралась-то? Здороваюсь я, здороваюсь, а не ору. Ты вот как-то с подковыркой здоровайся. Здравствуйте, Николай Гаврилович. Мать его, чё тебе надо? А ничего не надо. Ты давай не кури тут, а. Дым в комнаты тянет. С какой стати я поднюхивать должна? А не поднюхивай. Не собака, поди. Иди вон на свой двор и кури. Собака. Сам-то кто? Я-то. Я это. Молодожен. Ой. Ой, не могу. Ухохотался прямо молодожен. Невеста ваша где? Небось, выгнала? Зачем? Отдыхает. Устала. А я, видишь, вышел покурить. После этого дела всегда хочется покурить. Забыл, что ли? О, видал? Ковры из головы не идут. Ты с кем? Один сижу. Послышалось, разговариваешь с кем-то. Лидка из окна выглядывала. И чё она? Ну чего, отбрил? Мать его, сейчас бегает по избе, пыхтит. Как ей про ковры сказать, ума не приложу. Не гони, есть намётка. Какая намётка? Мы из дому не выходили. А когда в подполье-то мы брашку работали, долго ли? Байкал рычал? Лаял, да. Ну? Сейчас пойду разведу. А! Смотри, смотри. Вроде кирпичей-то меньше стало. О! Коля, мне кажется, здесь одна шайка лейка орудует.
Тихо! Молчи про кирпичи. Кирпичи отдельно, ковры отдельно. Не мешай в кучу. О, летка гремит. Ну-ка, крикни мне. Ну, покричи мне что-нибудь для маскировки. Пошли меня куда-нибудь. Куда? Ну, что ты не знаешь, куда посылают, что ли? Ну, не туда же. О, само то. Ну, давай быстрее, а то она сейчас выйдет. Ой, ну, куда ж тебя послать-то, Господи? Ну, мать его, ну! Ну, пошли за водой. Сейчас, сейчас. Ну, куда ты? За ведрами. Коля, по водичку сбегай. Здрасте. Не снег вроде, кирпич, а тает прямо на глазах. Здрасте. Пойти посмотреть по соседям, что ли? Точно кто-то из своих? Кто? Конь в коже на пальто. Из Америки, что ли, кто приехал? Америку приплела ни к селу, ни к городу. За водой пойдешь или уже нет? На разведку пойду. Твой-то носу не кажет. Припух? Припух. Коля. Господи, как сквозь землю провалился. Коля! Нет, ой, не правда, Макем, слышь? Да слышу, слышу. Развал. Вот развал и есть. Без смеху. Да ну смех и есть. И у нас развал. Так а вам-то чего? А куда страна, туда и мы. Не женами же меняться, ведь вот комики-то, ей-богу. Довел меня вон в боку закололо. Вот артист, артист чистый. Так не во мне и не в Кольке дело. Ну а в ком вот скажи? Тревожность и положение. Раньше бывало, глядишь на речку, речка, речка. Ничего особенного. Все хорошо, замечательно даже. А сейчас я гляжу на нее и думаю, отравленная. Течет, понимаешь, отрава. Отрава одна течет. И не просто о другой не думается. Рыбы мало, правильно. Но так про отраву каждую минуту думать тоже тяжело. Невыносимо даже. В продуктах тоже вот это вот черт навалял. Как их эти? Ну, как их эти? Ну, кого? Пестициды! У себя-то, Саня, на огороде, поди здоровые овощи. Теперь уж не морковка, не капуста, а стициды, стициды, стициды. А дожди химические. Химия, говорит, оттуда шарахается. Закинешься на небо полюбоваться, а думаешь про химию. Не хочешь, а думаешь. А нафига мне это химия? И потом... Сыновья мои, Васька с Мишкой, они в Ростове, знаешь? А, в самом Ростове-то. В Багаевском районе. Сколько там от города? 50? 70 километров? Я не знаю, Саня. И я не помню. С женами, с детьми, всем кагалом уехали, живут. Далеко забрались, ага, Саня. Так получилось. Не, край богатый, урожайный. Только вот они раз в два года к нам погостить заявлялись. А теперь не выберешься. На один билет полгода упираться надо. Это жизнь. Может, когда-нибудь лучше станет, Саня? Не видать, чтоб лучше. Хуже-хуже, это видать. Инфляция, одним словом. Ведь какую дырку не ткнись, инфляция. Везде одна инфляция. Только ее и караулю. До родственников.
Совсем места в голове не осталось. Одна инфляция на уме. А я еще думала, она хорошая. Кто? Кто? Инфляция-то это. Да ты че? А че? У нас еще телевизор-то когда работали, еще вышка-то не опрокинута стояла. Так передали, мол, этим каких? Шахтерам, мол, из-за инфляции большущую зарплату дали, которая им и не снилась. А я еще сижу да думаю, скорее бы она до нас добежала, эта инфляция. Вот дура-то, ну не дура. Да я слов такого раньше не знал. Так а я знала, что когда-нибудь чужие кирпичи тягать начну. Да сроду не думала. А я разве с утра самого употреблял? Почти не пьющим считаюсь. А сейчас предложение откажусь. А жадность откуда появляется? Жадность, ага, Саня, жадность. Ведь я другой раз сижу день в гостях, начнут угощать. Ем, 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 ем. Уж пища тут у самого горла стоит, Саня. А все равно наворачиваю. Будто последний раз в жизни еду ем. И со стыда готова сгореть, а все равно кусаю. Сроду раньше с собой такого не замечала. Может, голодный просто? Нет. И вроде не пустой желудок, а все равно наворачиваю. Может, я одна такая? А я? Вот поднеси мне рюмашку. Думаешь, откажусь? Попробуй, поднеси, ну. А ничего нету, Саня. А чего нету? Ну, что ты думаешь, у меня тут завод водочный? Дай к примеру, к слову. Свали стали в 100 раз чаще ссориться. Вам кажется, мужики во всем виноваты. А я, к примеру, при чем? Всю жизнь, как проклятый, на этом пароме ишачил. Еще и виноват. Это Коль, как? Да не он это. Макемна! Правда он. Спрячь меня куда-нибудь. Кирпичи спрятать надо. Макемна! А ты что, перепугался? Спрячь меня, как говорится, куда-нибудь. Да ну и бог с ним, что ты распереживался? Подумать, что мы с тобой тендер-мендер. Ну и это, заподозрил. Да иди, 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 иди. Жене его изменил, предал. Под кровать. Видится, под кровать, залезь, да и умри там. Ты что не отзываешься? Я уж блок чуть не сорвал. Ты не слышно, как услышала, вышла. Здорово, Коль. Умолкни. Здоров. Однако за деньгами пришла, а? Какими? Какими? За кирпичи-то забыла, а? Спасибо тебе, Коль. За что? А что прищучил меня с кирпичами? Сроду в воровках не хаживала, тут бы совесть заела начисто. Да, Коль, только я тебе деньжатами, а не водочкой откуплюсь, ладно? А то в доме шаром, пока тебе не бутылочки. А может, одна притаилась где? Не, нету, правда, все углы обшар, нету. Иной раз так поставишь, на всякий пожарный затыришь, а потом... И найти не можешь. Я вот зимой в огороде-то заначил. Снег-то с утра пошел, и, мать его, не знаешь, где искать. А потом ты нашел? Весной снег растаял, бутылка вся и выказала. Ну-ка, давай-ка поглядим. Ой, ну ты чё, прям не знаю, Коль, какой человек недоверчив прямо. Главное, из одного проступка готов веревки из меня вить. Иди, гляди, иди. Чё ты? Ой! Ой! Мать его! И голову шо, поди, сломал. Макевна, ты... А ты случайно на нашей улице ничего еще не прихватывала, а? Кого? Когда? У Арефьевых, у Вали. У Сани? У них там кража произошла. ОМОН будут из города вызывать. Начнут шерстить, муравей не проскочит. Да ты чё это? Ах, он хитрюга! Химия у него на небе, тревожность положения! Ах ты поразительно, ты меня сбомбляешь! Макевна, ты куда? Ты тут несчастный! А ну, выходите, ты есть? Я здесь. А ну, вылазь, философ хренов. Тихо, Макевна. Ты кого мне тут рассказывал? Паразит, мозги мне пудрил, а? Тихо, ну, да. Лапшу мне на уши вешал. Всю жизнь теперь в уголовках ходить из-за твоих кирпичей. Из-за глины какой-то. Какого ляда вы себе расшоперились? С кем? С кирпичами долбанными. 100 дней лежат без движения, может, думаю, не очень им и надо. Другие вон что делают? Целыми машинами, составами тягают. А я-то что сделала по сравнению-то? Слезы! И расплатилась. А я за кирпичи без претензий. Ага, а ОМОН-то тут при чем? Без мужа, без детей так все валить можно, ага. Сладче всех, что ли, живется? ОМОНа не вызывают. 20 лет на почте отпахала, грамоты да премии, а ты... Почему? Забирай свои кирпичи к чертовой матери. Ты что, с ума сошла? Ага, был бы он, так было все сходить-то. Дура, связалась, так мне не надо. Я просто так зашел. Что ты разбушевалась? А что ты сразу воровку из меня делать? Клади тише, что ты расколешь? Какую воровку? Не надо мне твоих кирпичей, все.
Утаскивай все до единого. Так, купила, пользуйся. И не сам оскорбляйся. Какая ты воровка? Я тебе последний бесплатно прощу. Все, мы с тобой в расчете. Говорю, не нужны мне твои кирпичи. Удавлюсь лучше, чем наговоры терпеть. Глянь-ка, кирпич старинный. На. Макевна! Макевна! Ой, ты где? Мать его. Ты куда, Коля? Ты меня не выдавай. Ау! Дома, слава тебе, Господи. Подержи калитку. Ой, что же это? Ой, умоталась. А что это у тебя? Шитье какое или что? Батюшка, никак ухажера завела. Это кто же это? Ой, не говори. Кавалеров полный дом. То ни одного, то сразу парами. А что ты зашла ко мне? По делу или что ты? А у Рефьев говорят, какая-то пропажа страшная. Говорят, что ОМОН хотят вызвать. Ничего не слышала? Откуда ваши штаны знакомые? Недавно видела на ком-то, не помню. Чьи штаны-то? Ой, не знаю, на кустах лежали. Гляжу с дыркой, что хорошие штаны, наверное, за дырки выбросили. А я дырку зашила, буду в них на огороде копаться. Угу. А я знаю, что к тебе зашла. Что-то у вас в околотке печку-то никто новую не кладет, не ремонтируется. А что, зачем тебе? А? Ой. Да понимаешь, кирпичи тают у ворот, как снег. А вчера 20 пачек папирос прямо из дома сперли. Совсем обнаглел народ. А я не курю. Погоди-ка, а что ты говоришь, у Арефьевых пропало? А, у Вальки учительши. Ну, у соседки моей. А ну? Я ничего не говорю. Колька твой сказал. А, бежал тут мимо к озеру. Чего? Бежал? А что бежал, не сказал? Сама спроси его или Саню. Да и Саня куда-то подевался. Куда подевался? Лежит тебе. Где? Где-нибудь. Эй, батюшки, так это его штаны. Точно, нет. Санины штаны, ну. Не, не его. Точно его. А он как без штанов-то? А что, лето еще не холодно? Так не молодой в одних трусах на людях. Да даже если и молодой, не у себя же в доме. Так они у него поди не последние, другие надел. Да ничего он не надевал. Макевна, чё? С ним приключилось что-нибудь, да, ну, наверное. Чё ты? Вдруг убили. Ну, да ты что, ты прям, ну не знаю, прямо. Кому тут убивать-то? За 3-9 земель живем, ты что? Бичи какие-нибудь понаехали голодные, слышь? Мушкетеры какие-нибудь? Рикетеры. На нем же луноходы были еще крепенькие. И мелочь в кармане. Он же с утра за хлебом собирался. Удавят, в озеро кинут. Потом ищи, свящим жизнь не найдешь. А Колька, говоришь, к озеру побежал? Ага, ну туда, вроде туда, ага. Убили! Ой, убили! Макевна, чуть мое сердце убили! Кирпичи пропадают, папиросы украли. У Арефьевых тоже, говоришь, пропажа. Тут цельная банда копалась. Преступность растет с каждым часом. Слышь, пойду на берег, выведу что-нибудь, а? Пойду со мной, а то одной боязно. Не, не, я не пойду, у меня тут по хозяйству черт ногу сломит. Ты беги, день-то еще белый, не бойся. Пошла! Макеевна! А? Штаны береги! Поберегу, Лида, поберегу! Это доказательство! Поберегу, ага! Лети! Ой, Лида, ты куда, Лида? Мама, Лида, вот, ну, нельзя, Лида, нельзя! Макеевна! Макеевна! Хотела мимо пройти, гляжу, калитка нараспашку, ноги сами занесли. Сейчас поди подерутся там. Где? Там! А кто там? Живность какую завела? Я не пойму, чего они молчат-то? Да кто? Про кого говоришь-то? Звягинцы там, Лида и Николай. Спрятались и сидят, сейчас поди выйдут. Ой-ой-ой-ой-ой. Валя, ты куда ты, Валя? Нельзя туда. Тихо, не выдавай меня. Ой, как с ума посходили. Сейчас, однако, с двух сторон меня костылять начнут. Кто тут? Ой, 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 боже мой! Да вы сейчас ушли! Ой, 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 это точно сгорели! Да вы чё-то чёрнули, совсем чёрнули! Ой, держите! Макевна, бандит у тебя, бандит в сарае, там, за вениками! В доме он, под столом, с голыми ножищами! Ой, скорее, ой, умру! Сейчас всех нас порубает, я его в углу видела! Лом-то сшить, лом! Да не в углу, под столом он!
Я же видела с голыми ножищами. А я слепая, что ли? Под веником шум рушится, рычит. Прям дуры какие-то. Ой, слышу его. Ой, мамочки. Так и я слышу. Голыми ножищами по горнице шлепает. Ну и шляпает, ну и шебуршится. Что орать-то? Зови народ, Макевна. Подымай население. Зови кого-нибудь. Да позову, что делать-то будете? Арестуют пусть, или он нас всех посечет. Ой, бабочки. Хоть свяжут как-нибудь. Так мужики, это ваши. Тут Саня, тут Коля. Кого арестовывать? Вязать-то кого? Совсем спятим. Руку отобила! Ой, да ёкала мне ты! Чё ж вы, бабы, так орёте? Мужиков перепугали, подняться не могут. Орлы, орлы, чё залегли? А ну, поднимайтесь. Уйди! Ой, бабушки, они мне дверь с петель порвали. Мать его, поясницу свело. Подняться не могу. Слышь, Сань! Чего? Я сам подняться не могу, коленку зашиб! Ой. Лишь они резко открыли! Чего резко-то открыли? Ой. Камень, что ли? Кирпич! Ой. Какой кирпич-то? Какой кирпич? Ой. Не могу вздохнуть! Теперь всю неделю буквой «Г» жить! Эх. Ой. Май, что это он у тебя голый? У меня? Мой вон, согнутый стоит, а этот вой ножонками сверкает. Ой. Ты чё, совсем совесть потерял? Тебе чё, соседки мало? Не удовлетворяет тебя никто, что ты по одиночкам бегаешь? Ну? И про какие такие кирпичи ты сейчас говорил? В глазах темнеет. Дай подержу за тебя. Макерна, слышь, он про какие кирпичи сейчас читал? Не в курсе? Вы только меня никуда не приплетайте. У нее чужие мужики по усадьбе. Без штанов гуляет и никуда не приплетайте. Хорошо устроилась. Где Нисто твой? Да вот он. Одевай, Саня. Застудишь брякалки свои, а мне опять наговоры хлебать. И чуяло сердце, не надо было связываться. Еще в проститутки запишут, доиграюсь. Ногу, чего записывать? И так все видно. Белыми нитками шито. Какими белыми? Ты глаза-то разуй. В обслуживании так не заделают, как я заделала. И обслужила, и заделала. Спасибо тебе большое. Давай трудовую. Благодарность запишем. А чего городишь? Я штаны порвал, макем зашила. А тут Колька, блин, с своими кирпичами. Я правильно говорю. Ой, бабы, сейчас кончусь. Лид, это... Слышь, ну помассажируй, ну пощипай, это, ну спину пощипай. Саня, а где они? Кто? Штаны-то где порвал, как получилось? Ладно. Кирпичи где? Какие кирпичи? А ступеньку он ударил, когда с крыльца летел. На других сваливают. Чего я на тебя сваливаю? Обещал с Лидией жить, а сам маневр устроил. Без штанов у чужих прохлаждаешься. Да я... Улицу нашу позоришь, мать тебя! Я в сарай застрял, вот! Вот! А тут... Растутукался и хлеб унес с зими. Хотя в 9 на самом деле. Куда ты каждый день 2 часа тратил? Учу, Саня! По каким дворам шастал? Кого искал? Мать его! Ты чё это мелешь? Ты чё мелешь-то? Он чё? Да ты чё? Ты чё это? Да он-то чё, а вот где твоё чё? Чё? Чё-чё? Да не пыхти, а лучше жёнам прям в глаза смотри. Умеешь ходить, умей отвечать. Видишь, Лидия, на кого ты меня променяла? А чё это вдруг выпрямился он? А меня человеческая наглость выводит из себя. Вот выкручивает всего, вот выкрутила так. Я не могу теперь согнуться. Вот всю жизнь так буду ходить. Ну-ка, ну-ка. Ой, мать ну его. Надо же, а. Ведь рядом стояла, внимания не обратила. В голову такое прийти не могло. О, чё, наш, что ли? А вроде не похож. Чё это не похож? Вылитый наш. Макевна, он тут как оказался-то? Как? Свои кирпичи сам и продает. А говорит, я улицу позорю. Сам и позоришь! Фу! Ой! Кому продает? Кому? Макевне! Когда вино берет, а когда за бумажные? Иуда. Кто? Я Иуда! А! Саня! Сейчас! Не надо, Саня! Ой! Сейчас! Покупку урежу! Красавица!
забудешь, как такими словами бросаться! Что? Ты дашь? Удавала! Первым песочерней получишь! Пусти! Что ты там застрял? Пусти, Валя! Ну что ты там переминаешься? Только куда я стоял? Ну где ты там? Только за баб можешь прятаться и мужиков закладывать. Я никогда не прятался, иди сюда, пропах! Пусти, Лида! Пусти! Сейчас, Коля! Сейчас! Ну! Господи! Боя! Дарим! Дарим, Боя! Чего? Ну, с колодца же! Холодная! Так чего ты стоишь на дороге? Я же его хотела! Да? Ну, чё, ну, Саня, теперь тебе полагается! Давай-ка, Лида, вместе! Да вы чё, сдурели, старые же, радикулитов нахватают! Как кирпичи таскать, да с жёнами меняться, так ладно, не старые! Ладно, ладно, бабы, я-то тут при чём? Не брыкайся! Стоять! Да что ж ты, мать его, стоит расшипелился, какая тут! Вот так, да? На одного? Да? Вы что, смеетесь? Ага, ну давайте, давайте! Давай, Лидка! Лидка, ты чего подставляешься? Мой, какой-то ныр! Нет, как реактивный, ну надо же! Ну чё, похохотали? Я сейчас пойду вот этого еврея ко мне на поминки, на похороны не пускать. Ой. Макевна, ой, все ой, до ой, одного ой, кирпича можешь ой. Утаскивать. Лидия, я всегда все-таки на тебя надеялся, а ты предательница, родного мужа на соседа променяла. Я после такого горя, причины такой, мать его, стреляюсь. Ой, что ты, Коля, а? Кирпичи пожалела. А что, зять из нас хочет дачную прислугу сделать? Хоть бы раз внучку на лето привез. Вам воспитание мое не нравится. Я никому не нравлюсь? Вот с ним. Вдвоем живите. Сань, гарем тебе оставляю. Султанствуй. Мать его! Ну,
Он чего, Колька-то? Заплакал прям. Да ничего, стреляться он побежал. Слыхали, да? А ружье-то есть в доме? В попыхах-то правда застрелится? У него там боек сломан с прошлого года. Да какой там застрелится? Он нас всех переживет. Как-то Лидум все-таки говорил. Ой, у меня прямо мурашки. Ой, Валя! 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 Куда вы? Куда вы, Валя? Ой, быстрее! Колька, не смей! Валя! Стой! Ой, Господи! О, Господи! Я! Сейчас, сейчас, сейчас! Эй, Коль! Ну, чего? Колька! Николай, не смей! Коля! Коль! Ой, Господи! Ой! Ну, чё? Да еще все закрыто! Из огорода калитку запер и двери! И окна заперты! Значит, ты замуровался! Николай! Коля! Коля, а ты кого там делаешь? Скажи, слышишь? Я ж говорю, боёк сломан, без бойка не застрелишься. А веревка-то есть в доме? Какая веревка? Хоть бельевая, хоть такая. Бакемна, типун тебе. А что, если ружье сломано, как-то же будет выкручиваться? Коля! Николай! Коля! Веревку не трогай! Слышишь? Да, нужна мне веревка-то! Нужна! Нет, стираться буду! Блин, чего? Ты что, надоумишь еще? Ты зачем подсказываешь-то? Смотри, ты сама же подсказывать, не надо же. Коля! В бане веревка! Веревка-то в бане! Ой, Шмела, ну смотрите на нее, а? В бане побежит, мы его перехватим, слышь, Сань, беги в огород, по караул. Если он захочет, он на ремне может. И на шарфке может, если захочет. Ты что, шарфик-то маленький? Ну сколько? Сколько? 95 сантиметров? Ну и что? Взял простыню, располосовал ее на ленты. Или шторы. Колька! Ума у тебя нет? Вот! Открывай, паразит! Ты что там удумал? Если что, я тебе все волосы на голове повырываю! У покойник, что ли? Так я что, зря, что ли, с ним 100 лет корячила? Для чего? Для какой радости? Чтобы он вот так вот запросто меня одну тут и оставил. Убьем, мать его, паразит! Открывай, Колька. Я ведь тоже так могу. Я ведь без тебя, Аглоеда, ни секунды тут не останусь. Ни минуточки. Я ж за тобой, паразитом, побегу. В ванне веревка-то! Слышишь? В ванне! А ну, мать его! Коля! Давай отсюда! На благородное расстояние! Ой, мамочки! Сань! Чё? Боёк ты цел, затёк Володька. Починил. Как? Ну как? Напоил тут чего-то. Как знал, мать его. О, блин, как дорожно. Прощай, Лидия. Любил я тебя. И по сю пору люблю. Слышишь? Лидия! Слышу, родненький. Слышу, Коленька. Золотко ты мое! Ой, Лида! Лида! Ой! Ничего, не получился. А чего? Где она? Ты чего, Николай? Вот. А? Где он? Слава тебе, Господи. Где Николай? Да вот же он. Ну ладно, разревелись. Живы, здоровы. Больше чего не надо. Верно, Валя? Ну, испугал-то меня как. Золотко мое. Ладно, ладно. Я же стрелялся. Что-то не пойму, несет чем-то, пахнет. Чем-чем? Порохом. Ружье старое, дымное. Верно, Коль?
чем и дело-то? Боек сломан. Я не заряжал его даже. Коль, да палка и та раз в год стреляет, слышишь? А может, как палка, а? Сань, я сел на кровать, положил его рядом, не шевелил даже. Ну как, само саданет, мать его! Никакой не порох. Тесто, по-моему, у вас сбежало. Дрожжами повеяло. Колька, ты куда засунул-то? Кого? Ты куда засунул? Да никого никуда не совал. Болтай, ботала. Нет, ну правда. Что из-под пола-то тащили? Валя, нам-то расшифруй. Ой-ой, кажись, насмешил кто. Бутыль, бутыль с браги взорвалась. Бутыль, мать его! Ё-моё! Санька, за мной! Куда? Чего? А? Вот паразиты, сейчас все говорят. Бутыль взорвалась! И нет, только пробку вышибнул и прям в мягкое место ему угодило. Еще и вылежут. Вот, еще бежит, еще пенится. Ой, Лида, Лида, а мне-то куда с кирпичами деваться? Да черт с ними, надо еще натаскаем. Бежим скорее, а то сейчас все вылакаю. Такая брашка вкусная получилась. Я ведь сама-то уже попробовала. Ай, пить будем, а гулять будем, а смерть придет, помирать будем. Санька, кружки, мать его!